Что для тебя значит сегодняшний успех? Настраивался тяжело, был, конечно, первый матч дебютный, переживал очень сильно. Хотелось выиграть все-таки первый матч. Тренер поставил задачу, чтобы брали на очки, было приятно выиграть. Очень рад первому голу, тем более. Надо также буду продолжать дальше выступать. Были ошибки? Были, да. Мог простреливать и пробить пару раз, но что-то хотел убрать на себя, натянуть игрока, отдать пас, но не получилось. Но когда забил, вот очень хорошо получилось.